Всем привет! С вами Бодя и... Ярик. Ярик! Да! Ладно. Да! И сегодня мне в голову пришла такая мысль! Вы просто не представляете. Что если Ярослав возьмет мой телефон и начнет звонить моим друзьям, притворяясь мной? Поняли? Гениально! Гениус! Да. В общем, он будет звонить моим друзьям, которые его вообще не знают, и будет пытаться спародировать мой голос, и при этом придумать какие-нибудь такие вот прям трешовые истории, типа, мне менты забрали, хотя я из дома вообще не выхожу, там, я не знаю, в толчке застрял, да чего угодно, да, Ярик? Да. Да, мы надеемся, что вы будете улыбаться. Как я? Хохотать! Да. Да, погнали. Давай. Короче, как Ярослав будет пытаться спародировать мой голос. Изначально мы берем тональность моего голоса, то есть тон. Смотрите, как это происходит. Давай. Он взял тональность. Теперь мы постоянно говорим одно и то же слово, чтобы он подстроился уже под сам голос с помощью тональности. Начинаем с «привет». Раз, два, три. Привет, 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 привет. Обожаю своих друзей. Не у тебя есть? Походу нет. У меня друзей нет. Короче, звоним третьему другу. Все. Другу? Нет, а другу. Алло, привет. Привет. У меня, короче, проблема. Какая? Я потерял ключи, у меня родители уехали. Чего у тебя? Потерял ключи, а родители уехали. Алло. Алло. Я потерял ключи, у меня родители уехали. Сань. Вот. Да. Алло. И, короче. Я не знаю, что мне делать, я замерз. Ты что, там шутишь, что ли? Нет. Не смогу, я далеко. Где ты? Я далеко. Я в толчке. В каком? В деревенском. Саня, в общем, it's a prank. Саня, это если что, не мой голос был, это был Ярик, мой друг. Ты серьезно не спалил, что это я? Что-то не твой голос был. Не, а ты понял, что это не мой голос-то был? Чего? А ты понял, что это не я разговаривал с тобой? Саня? Алло, пранкер. Чё, Сань? Хуёвый пранкер. Сань, скажи, ты понял, что это я, что это не я говорил? Сначала думал, что это ты говоришь, но в шутку. В общем, ребята, сейчас мы звонили моему другу, теперь будем звонить его другу. Чувак вообще меня не знает, как и этот человек, его тоже вообще не знал. Я буду сейчас пытаться спародировать его голос, и какую-нибудь историю уже я выдумаю, только поинтереснее. Так что погнали. Пацана зовут Кордон, ребят. Нет, его зовут Дима. Ну, он сказал Кордон звать. Откликух. Здорово, Кордон. Здорово. Короче, слушай, у меня проблема сегодня. Почему ты меня не смог позвать гулять? Я сегодня, короче, с друзьями пошел гулять. И, в общем, такая проблема случилась, что сейчас они все... Он завершил. Кто не возьмет. Ладно. Минус один друг. Короче, давай другому тогда. Как его зовут? Макс. Макс. Алло, Макс. Алло, Макс, здорово. Слушай, короче, такая проблема случилась, это полный пипец. Чего? Погромче, можешь сказать, я тебя плохо слышу. Ярик, это ты вообще, нет?
Да. Короче, меня сейчас менты повязали, это полный пипец. Да пошел ты, Ярик! Ты кому за... Почему меня узнали, серьезно? Так ничего... Короче, отключай, другому пора звонить. Отключай, нам контент надо снимать! В общем, ребята, нас уже спалили два раза его друзья. Первый вообще как бы взял трубку и больше ее не брал. Второй, откуда ты узнал наш с вами ютуб... Кстати, откуда он узнал наш ютуб канал, я чуть не понял. Да я не знаю, я ему говорил, а он забыл, наверное. Я думал, оказывается, нет. От пинта бегу, что делать? Короче, ребята, сейчас звоним его другу, Мишлену вызвал. Мих, нет времени. Я сейчас от пинта бегу. Ты куда, дома бежишь-то? Да. Понятно. Мишлен, слушай, к тебе, что делать? Что делать? Может, ее будет придел, что делать? Чё говоришь? Да, ну хуй приделать, чё делать? Чё приделать? Хуй, говорю, приделать, чё поделать? Да, к тебе можно. У меня сейчас мама вот придёт. Кто? Папа. Он может подождать. А? Он может подождать. Что? К тебе можно? Я говорю, у меня сейчас мама с работы придёт. Она может подождать. Да вряд ли. Короче, нужно срочно к тебе. Сзади мне-то что делать? Я серьезно. Помоги. Ты, знаешь, помещение находишь. В каком помещении? Я серьезно сейчас бегу. Короче, я сейчас к твоему батику подойду, сможешь выйти. Они с дубинками на меня бегут. Они хотят мне мозги вынести. Чувак, Мишлен, помоги. Чё ты угораешь? Мне сейчас яйца оторвут. Мишлен, не рофли. Мои яйца, чувак. Чувак, мои яйца. Чувак, это... It's a prank, bro! Ты понял то, что это не мой голос был? Короче, это был мой голос. Ты спалил? Нет, вообще, честно только. Ну, я спалил то, что это Богдан, да. Три раза меня спалили, как так можно, я не знаю. Не знаю, кстати, голоса похожи, но у Ярика другой говор, интонация... Да, я говорю по-другому. А я вот пытался, как он говорить, но не смог. Господи, Ярик. Я не знаю, стоит вообще выпускать этот выпуск. У нас даже ничего смешного-то не было за весь выпуск. Давай исправим. Че? Ну, ребята, если вам понравился этот пранк, то только тогда можете поставить лайк. И только тогда можете подписаться. Но это ваше дело, я никогда никого не заставляю. Согласен, да, Ярик? Да. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока!